Урок здоровья к Всемирному дню стоматолога для малышей из столичного детсада «Сказка». Его провели врачи из Республиканского центра медицинской профилактики. В игровой форме детям объяснили, как правильно чистить и ухаживать за зубами и полостью рта. Продемонстрировали познавательный мультфильм. Специалисты рассказали ребятам о правилах гигиены. А дети задавали вопросы докторам. Подобные акции будут проходить в течение всего февраля во всех школах столицы. В рамках проводимых мероприятий, приуроченных к Всемирному дню стоматолога, Министерство здравоохранения Республики Дагестан, Республиканский центр медицинской профилактики и Республиканская детская стоматологическая поликлиника проводят ряд профилактических мероприятий, направленных на профилактику заболеваний полости рта.